с вами вновь Денис, и мы продолжаем проходить игру Кома. Если вы помните, мы в следующей, прошлой серии спасли девку, были в кабинете информатики, и теперь мы должны добраться до подземного склада, а потом направиться в северное крыло. Вот, давайте узнаем, что будет в подземном складе. Так, только нам бы узнать, как бы... А, да, то, что можно найти все в Кореопедии, это пародия на Википедию, он про учебники говорит. Забавный факт. Вот. Так. С какой бы... Она что, с той стороны? А, тут еще и закрыто, мать твою, да? Сохраниться. А, ладно, пофиг, давайте в учительской сохранимся. Это я помню. Да блять! Откуда ты узнала, что я тут тварь? Ляха-муха. Она реально какая-то ясновидящая, блядь. Да-да-да, топай туда. В смысле? Сучка. В смысле? Опять эти... Так, прибавляет сил. Антидоты. Бинты. Что, надеюсь, что-то полезное, да? Бутылка воды. Опять... Твою мать. Вот нам прям нужна бутылка воды. Да, блядь, откуда ты тут, блядь, появляешься? Ты уже заебала. Бесит. Блядь, съебуйся. Класс, съебуйся, дебил, блядь. В смысле? Все, нам пиздец. Блядь, учительская нахуй. Какого хрена она там, блядь, бывает? Мы тут в прошлый раз были или нет? Что за...
Так, вообще, это какой этаж? Третий. Третий этаж. Да ё-моё. Монетка. А ну хотя... Так. Да, мы в прошлый раз, походу, были здесь. Да ёб твою мать! Откуда я эту хуйню видел? Пиздец. А чё она тут делает? Бинт. Подожди, в смысле рюкзак полон? А что там? Блять. Ну и что мне этот твой шоколадный батончик, блять, дал? И так, блин, жизни профукал. И так. 3C. Так, в компьютерном классе мы были. В кабинете председателя мы были. Зал отдыха. Вот пост охраны. Пост охраны. Ладно. Еще ниже. Что? Так, подожди, а нам этот этаж нужен или нет? Еще ниже. А, ну да. Капец. Так, а чтобы в кафетерии этот этаж на третий этаж? Ё-моё. Три слота занято. Раз. Два. Опа-на. Так, какой это этаж? Четвертый. Четвертый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не знаю. С одной стороны добраться-то надо.
Все, можно, да, будет быстрее так добраться. Так. Учительская нам теперь нафиг не нужна. Бляха-муха, она тут. Твою мать. Ох-ох-ох-ох, это было хардкор. Так, ладно. Я закуплюсь и продолжим тогда отсюда. Сделаю паузу. Не прощаемся, ребята, не прощаемся. Продолжаем, друзья. Я закупился. Так что мы должны отправиться до сих пор в склад. Так что как-то так. Идем тогда в склад. Мы должны добраться любой ценой до туда. Блин, ненавижу я это место. Ё-моё. Честно, она уже достала там ходить. Да ёб твою мать, ты серьезно? Заебало. Иди в жопу. Она что, будет перепроверять? Бесит она меня. Так. Подземный склад. Наконец-то добрались. Так, тут закрыто. Значит, туда, да? Так, по-моему, здесь, да? Чтоб 100. Коробка. Привет. А где же, где же, где же, где? Сёха, что ты тут делаешь? Нет времени на болтовню, я занят. Где же оно? Где? Эй, успокойся, что ты ищешь? Давай я тебе помогу. Это не твое дело. О, не нервничай, чувак. Что-то не так, будто он сам не свой. Где она, черт возьми, нет времени, чуть-чуть осталось. Нет, отвали от меня. Ты не можешь.
Только не меня, уйди, я приказываю тебя прочь. Наконец-то, ха-ха-ха-ха-ха. Сёхо! Так. Опа. О, Сайванушка, зашибись. Так. Эй, не трожь его. Я тень. Что за черт? Это же голос Сёха. Это ты, приятель, успокойся. Твоего дружка больше нет. Его рот, его язык, его слова теперь принадлежат мне. Да, не иначе, как он одержим. Вызывайте винчестеров, Дина и Сэма. Оставь его в покое. Что тебе, блядь, от нас нужно? Я беру, что хочу. Мне было нужно только тело этого юноши. Поэтому я его взяла. Теперь он мой. Просто перестань. Это стрёмно. Прошу, почему ты его не отпустишь? Замолчи, мальчишка. Моя очередь задавать вопросы. Что ты забыл здесь? Я тебя не приглашала. Откуда мне-то знать? Я здесь просто очнулся. Что тебе нужно? Любопытно. Ты впрямь не понимаешь? Мне от тебя ничего не нужно, потому что ты ничтожество. Ты вторгся в наш мир. Ну, в мой наш. Не трать мое время. Удирай. Скоро моя прекрасная служанка позаботится о тебе. И тебя постигнет та же участь, что и остальных. Служанка, ты имеешь в виду мисс Сонг? Разговор окончен, ты мешаешь моей трапезе. Нет. Что? Стоп, какого черта? А? Этот болван, кусок дерьма, потерял часть реликвий, глупый мальчишка. Эй, ты, незваный гость, возможно, ты мне пригодишься, если ты для меня кое-что отыщешь. И, возможно, я вас отпущу. Твой глупый дружок потерял часть реликвии. Поищи в туалете 4F, где он прятался. И верни ее мне. Сёха что-то искал. Похоже, и нужно это, но зачем? Вот оно чё. Ого! Теляпить аж туда. Ё-ё-ё-моё. Весело. Теляпить туда. Но вообще, по логике вещей, нужно его, наверное, спасти, потому что... Ну, я так считаю. Так. Блядь. Ё-моё. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-ра-т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 а. Хардкор. А, мы были в этой реликвии, я вспомнил. Что? Подожди. Кто-то что-то обронил. Записка. А, у него дерьмовый почерк. Подожди, все? Блин. Ладно. В смысле?
Стоп. Блять! Ёбаный в рот. Так. А чё? Она же должна была забежать. В смысле? Так, а может оно... Чего? Блин, я же помню, статуэтка была. На каком этаже? Чё? Такс. Это очень странно. Ритуальные стены, покрытые красной краской. Да, я видел парочку таких. Ритуальные стены, покрашенные красной краской. Ритуальные стены. А сказано же было, что... Где-то ж вроде здесь. Чё за бред? Что-то я ничего не пойму. Вроде бы же было здесь. Почему? Может... Чё за... Странно. Очень интересно. Она еще и здесь шагает. Класс. Так, 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 так. Надо подумать, куда идти. У нас получается... Сколько хпшек? Раз, два, три... 4. 4. 5. 6. 6. 6, короче, у нас получается хпшек. Так. Так, 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 так. Ладно, я попробую уточнить, чё куда. Так что сохраняюсь, пожалуй, наверное, тут. И, наверное, думаю... Что делать дальше? Так что не прощаемся, сделаю паузу и вернусь сюда.
Давайте, друзья, давайте. Так, друзья, мы не прощались, вот мы продолжаем. Я разобрался, что нужно делать. Нам нужно спуститься на почти первый этаж. Так. Блять! Она меня заебала. Так, и что, она не будет за мной гнаться, что ли, или? Твою мать. Хрен тебе, дурочка. С переулочка, блядь. Так, мы сюда попали. Бляха-муха. Стоп. Так, что это? Это кусок флейта. Она выглядит старым и излучает какую-то странную ауру. Наверное, это то, о чем говорила она, но с какой стати это понадобилась древняя хрень? Так. Окей. Так, я не хочу пробираться через записку. Та-та-та-та-та-та. Что? Она тут ходит. Заколебала. Три-три-а. Понятно. Монетка. Так, значит, третий этаж мы не можем обыскать, да? Сука, ты серьезно? Сука, мразь! Ёб твою мать! Да иди ты в жопу! Бесишь ты меня, сучка. Вот мразь тупая, а. Да, блядь, иди нахуй. Бляха-муха. Пиздец, блядь, заебало. Да, купить. Что, блядь, отлично? Ничего не отличного, блин. Бесит она меня.
Блять, ты серьезно? Ты заебала уже. Блять, да нахуй рассматривать мне эти картинки, блять. Твою мать. Класс географии. А я чё, через класс географии могу, что ли, попасть? А здесь где я? О, кстати. Блять. Понятно, тупики. То есть, скорее всего, даже было проще через те пройти, да? Стоп, при чем тут северное крыло? Я уже запутался. Ну сожри еще шоколадку, блин, какого хрена? Блять! Бляха-муха, да иди ты в пизду! Да ёб твою мать! Ебануться, просто ебануться. Да потунья, блядь, ёбаная, блядь. Ох, ебать, класс. Блять, иди нахуй. Бесишь ты меня, блять. Блять. Да я понял уже, блин, какого хрена? Блять, опять все по новой. Ёбаный в рот. Да я понял, как бы флейт, охуей-то, блять. Что? А, ну да, записка точно. Так. А где мне тогда можно сохраниться? Вопрос. Ладно, сохранюсь, наверное, в кафетерии. Ну, естественно, я не взял деньги. Бляха-муха. Блин. Так, а через третий этаж я попаду?
Блять, заебало. Блять. Пусть нахуй пиздует. Так, стоп. Вот и сейв, да? Так, а где мы оказались? Опять класс географии, да ё-моё! А, ладно. Так. Класс 3. Класс географии, да? Окей. Да я понял, блядь, что закрыто. Чё теперь делать-то? Так что ли выбираться? А, блин, там тупик. Там тупик, тупик, тупик. Пали там на меня, сучка. Ну да, вот и монета, блин. Чего? Понятно, ничего такого. Ага, кабинет для консультаций, да? Да иди нахуй. Блядь. Ага, сюда она не попадет, значит, да? Ха-ха-ха, все. Наебли тебя, сучка. Так. Значит, не кафетерий, а подземный склад. Так. Погнали. Эй, тебе нужно это? Реликвия. Отличная работа, малыш. А теперь отдай ее мне. Сначала ты отпустишь его. И меня тоже, ты обещала. Хорошо, мальчик. Предлагаю обмен. Отдай мне это, и я отпущу твоего дружка. Ладно, забирай. Теперь отпусти его. Больше мне не нужно идти на эти жалкие уступки. Теперь я правлю этим миром. А ты бесполезен. Умри же и покинь мой мир. Ты соврала, подожди. Что? Что за мое тело только что отбило ее атаку? Что за странная магия? Почему я не могу тебя коснуться? В чем твой ебаный секрет? Ну ничего, скоро моя служанка придет сюда. У меня есть дела поважней. Когда тебе станет больно, смирись и прими это. Так будет намного легче. Вот, блядь. О чем я только думал? Зачем я поверил этой демонической пожирающей тени? Лучше мне отсюда выбираться, пока я не кончу, как Сёха. Ага.
Окей. Записки, коробки, монета. Серьезно, до хера монет? Блин. Чего? Ничего полезного. Записка. Чего? Опять ничего полезного. Это записка мисс Но. Большинство этих коробок нужно унести из мусс-класса. Пожалуйста, будьте аккуратны. Там очень хрупкие инструменты, они очень дорогие, так что в случае чего платить придется вам. Она оставила бирку с паролем. А, вот она чё. Наконец-то, вот мой билетик в северное крыло. Северное крыло. Так. Северное крыло, значит, нам откроется. Получается. Да? И там что-то будет. Ё-моё, блин, а только в тех автоматах все покупать. Ну, интересно, что в северном крыле. Так, а мы попадем прямо туда, но походу, что нет. Походу, только через учительскую в кабинет. Или через компьютерный класс, да? Но мои подозрения, что через компьютерный класс. Через компьютерный класс. Ни хрена не класс, что через компьютерный класс, да? Так. Блять. Твою мать! Вы серьезно? Меня сейчас поимеют. Блять. Съебуйся нахуй. Чувак, тебе не кажется, что тебе сейчас пиздец наступит? Пиздец. Чувак, я тебе не позавидую. Так. Стоп, подожди. А куда мы выйдем? Вопрос. Нафиг мне эти все записки? Да, то есть теперь я сохраниться не могу, да? Не могу. Так, а сколько у нас остается, получается?
Жрачки. Раз, два, три, четыре, пять, пять. Ну, как бы сказать, вроде бы норм. Блин, даже не знаю, может тогда записать второе и третье. Так. Ё. Северное крыло. Пора внутрь. Это место было отремонтировано. Здесь также находится библиотека и классы искусств. Ага. Ну и куда ты собрался? Твою налево, а это еще, блядь, кто? Эй, хватит пялиться, чего так испугался? Только не говори, что не узнал своего старого приятеля Мёнгиля. Мёнгиль, блядь. Мне надо идти, нужно подняться наверх. Куда лыжи навострил? Тебе здесь нечего бояться, пока ваш покорный слуга патрулирует эти залы. Да он и на человека-то не похож, лучше не приближаться. Такс. Класс ИЗО. Спортзал. Справочный стол. Подвал. Интересно. Девки пляшут. Ну, понятно, что лифт не работает. Было бы слишком просто. Так, стоп, закрыто. Так, подожди, если тут закрыто, то что нам делать? Уйди с дороги, Мюнгиль. Ты ведь даже не настоящий, ты всего лишь часть этого ёбаного сна. Интересная теория. Что же, может, ты проснешься, а может, тебя увезет скорая, как Тайхуна? Как тебе, блядь, такое, а? Что? Тайхун сам хотел покончить с собой? Или ты намекаешь на то, что ты с ним это сделал? Идиот, это не сон, и даже если это был я, то что? Видишь ли, я тут всем заправляю. Я предложил ему свою защиту, но Тай хрен решил стать героем и отказался от помощи, так что мне пришлось все по чесноку. Ты, блядь, черт, не стоило его бить, он будто из камня сделан. Неужто до тебя не дошло? Что, жить надоело? Прекратите вы оба. Мина? Ох, привет. Эй, что ты здесь делаешь, детка? Мина? Я так и знала. Значит, для виду притворяющийся хорошим парнем за моей спиной издеваешься и мучаешь Йонхо? С меня довольно. Что? Детка, ты все не так поняла, я бы никогда. Эй, да ты глянь на нас, мы же с ним друзья, просто развлекались. Правда, Йонхозник? То есть Йонхо. Какой же друг себя так ведет? Какой же друг убивает своих товарищей? Ты мерзавец, я не хочу иметь с тобой ничего общего. Мина, дорогуша, я всего лишь делаю то, что нужно. В этом мире волчьи законы, выживать сильнейший, детка. Выживай как хочешь, но для меня ты мертв. Хватит, Мина, это большое недоразумение. Спроси Йонхо, эй, стой. Они исчезли? Она что, подмигнула мне? Вау, Мина моя спасительница. Иногда достаточно иметь одного настоящего друга, чтобы мир не казался мрачным, даже в такое время. Ого, моя отметка в табеле по обществознанию. По обществознанию?
А, по обществоведению. Только что повысилось. Вот это поворот. Так, ладно. Что тут? Бутылка воды. Да ё-моё! И что тут? Опять монетка, серьезно? Да, ладно. Кто-то подставил скамейку. Записка. Так, ладно, я понял. Так, а где бы нам сохраниться в этом районе? Вопрос. Что? Мне показалось или закрылась дверь? Я Соль, это ты? Оу, подойди поближе и узнаешь. Опять ты? От меня не сбежишь. Так. Опять она ходит. В общем, я тогда сохранюсь, наверное, третьим сохранением. Наверное, думаю, с этого момента хватит. Мы увидимся уже в следующей серии. Я надеюсь, вам было интересно наблюдать. Вот, получается, тут событие закручивается жестко. С вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей, подписывайтесь на канал, репостите наши видосики тоже к себе или друзьям. Так что будет интересно. Всем до встречи. Всем пока!